Всем привет, вы на канале Час Ремонта, а сегодня герой обзора УШМ Штурм AG9512P. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Подпишитесь на канал и активируйте уведомления, нажав колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. После просмотра комментируйте видео и ставьте лайки. Компактная модель с легким управлением и электронной коррекцией работы для качественной обработки и обеспечения высокой производительности. Уменьшенный корпус редуктора позволяет выполнять более глубокий рез. Дополнительная двухпозиционная рукоятка наклонена к корпусу редуктора для повышения удобства в работе. Защитный металлический кожух переставляется одним движением и обеспечивает безопасность труда. Эргономичный корпус, выполненный с применением нейлона, стойкого к ударам и низким температурам, оснащен задней удлиненной рукояткой с резиновой противоскользящей вставкой. Удлиненный морозостойкий неспутывающийся резиновый кабель сохраняет свою эластичность при низких температурах и обеспечивает расширенную рабочую зону. Защитный кожух, боковая рукоятка, гаечный ключ в комплекте. Универсальность применения в любых задачах для резки, зачистки, шлифования поверхностей или изделий из металла, керамической плитки, кирпича и включая дополнительную опцию для обработки камня. Увеличенная стойкость к перегреву, усиленные шестерни редуктора и бронированный ротор гарантируют достаточную прочность при высоких нагрузках. Полное электронное управление двигателем с константной электроникой повышает качество работ, обеспечивая плавный пуск, регулировку и поддержание оборотов вне зависимости от нагрузки. Система поддержания постоянного прижимного усилия на щетках создает стабильный контакт, независимо от их износа. Поэтому электродвигатель работает с большей отдачей в течение всего срока службы. Качество обработки разнородных материалов обеспечивает функция предварительной остановки скорости вращения. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю смену оснастки и повышает производительность труда. Безопасный двухполюсный переключатель с фиксацией облегчает работу в непрерывном режиме и обеспечивает мгновенное отключение инструмента одним нажатием при необходимости. Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и улучшенная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы. Легкий доступ к щеткам позволяет легкую и быструю смену контактного комплекта без разборки основного корпуса. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Рукоятка не обрезиненная. Чертилка при вибрации выпадает. Шнур не морозостойкий. Якорь не бронирован. Крепится на шпонке и имеет люфт. Теперь перейдем к положительным. Плавный пуск. Регулировка оборотов. Удобство в работе. Надежность. Небольшая цена. Расположение вентиляции. Не летят осколки внутрь. Обратная связь важна для нас, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Час Ремонта!